У муромских школьников завершились предметные олимпиады. Впервые в этом году в список предметов, а их было 19, попала астрономия. Во главе списка по-прежнему с большим отрывом гимназия номер 6. У них 58 наград. Вторую позицию сохранил лицей номер 1 – 30 завоеваний различного достоинства. На третьей ступени школ номер 15. Здесь 25 победителей и призеров. Четвертые и пятые места разделили между собой школу номер 8 и православная гимназия.